Начнем выпуск с темы дорог. В Твери подводят итоги ремонта дорожной сети, который проходил в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Вопрос был рассмотрен на совместном заседании комиссии Общественной палаты Твери. Подробности в материале Никиты Васильева. В этом году в столице Верхневолжья проходила одна из самых масштабных ремонтных кампаний дорожной сети за последние годы. В рамках национального проекта приводились в порядок дороги во всех районах Твери. В общей сложности было отремонтировано около 70 километров проезжей части. На всех объектах работы в настоящее время завершены. Идут последние приемки отремонтированных участков. При приемке дорог после ремонта в комиссиях участвуют как и общественники, так и депутаты Тверской городской думы, также представители администрации, а также многих других контролирующих органов. Все недочеты, выявленные в ходе приемок, выносятся на обсуждение в ходе совместных заседаний комиссии Общественной палаты города Твери. Одно из таких прошло на этой неделе. В целом участники встречи отметили высокий уровень проведенных ремонтных работ. Членов комиссии удовлетворили сроки, качество уложенного дорожного полотна, соответствие объектов требованиям по доступности среды для маломобильных граждан. Впрочем, не обошлось без замечаний. Недостаточно контроль городской администрации за проектантами, за отсутствие должного взаимодействия с проектантами. К сожалению, такие моменты есть. На громадную бочку меда одна-две ложки дегтя у нас вот находится. Хотелось, чтобы было их меньше. К таким моментам участники заседания отнесли, к примеру, ошибки с установкой дорожных знаков, просчеты в проектировке некоторых отремонтированных участков. Все обозначенные проблемы будут устранены в ближайшее время. При этом, как отметили участники заседания, кампания по ремонту дорог в столице Верхневолжья продолжится и в следующем году. Упор мы сделаем на те дороги, по которым проходит общественный транспорт, там, где есть обращения граждан, которые ведут к различным социальным объектом. Ну и, конечно, постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы кроме замены асфальтобетонного покрытия, также большое внимание мы смогли уделить и пешеходной инфраструктуре. Также в ходе заседания было обозначено, что работы в следующем году планируется начать раньше, чем в 2021. На объекты ремонтные бригады должны выйти уже в апреле. Для этого все процедуры по определению подрядчиков будут проведены уже зимой, сообщил членам комиссии Общественной палаты города заместитель главы администрации Твери Денис Черных.